Пойдем тут. Ну, чё ты меня прикусываешь? Дай я подстригу. Не дает подстричь когти, осталась одна лапа. Причем я ее уже укладываю вот на бок, чтобы неудобно было. Но стоит мне только взять лапу, она начинает вот прикусывает и облизывает. Прикусывает и облизывает. Тресь. Вышли на ночную прогулку. Подстриг я в итоге когти. И хочу вернуться к хромоте. У нее же появилась хромота в задних лапах. Задняя лапка левая. И я думал ЖКТ, но в одном из своих видео я это сказал. И уж думаю, надо как бы прояснить ситуацию, раз уж начал об этом рассказывать. И, в общем-то, это, наверное, скорее всего, лапка. То есть уже от возраста. Видимо, может быть, в суставе что-то. Потому что, когда у нее появилась хромота, она пришла домой и была голодная. То есть она меня просила есть. То есть это не ЖКТ. И как бы это, да, плохо, но если сравнивать ЖКТ, то за ЖКТ я сильно прям заволновался, потому что я так прикинул, если уже хромота от того, что там какие-то боли такие уже отличающиеся от того, какие у нее были, то есть она просто в ней болел ЖКТ, и она отказывалась от еды, но никогда такого прям эффекта не было, хромоты. Я слишком так заволновался на эту тему, но по всей видимости это лапа уже от возраста дает сбой. У нас вон метет. Сейчас вышли на прогулку, покажу вам. Если она пойдет гулять, я не знаю, райончик вам покажу. Тоже кто-то бегал. Ну, то есть тоже в раздумьях появилась хромота на заднюю лапку. А я тоже думаю, кидать ей, ну, какую-нибудь палочку, снежки, чтобы она бегала. То есть вот не знаю. С одной стороны, ты куда к дороге? Треси. Смотри, Тресь, к дороге нельзя. С одной стороны, как бы, я думаю, что легенький бег ей не повредит, наоборот, как бы будет на пользу. Ну, если никакого дискомфорта нету, то есть, если там у нее нет болевых ощущений, то есть, она вышла и спокойно бегает, то есть... Как бы, я думаю, так... Но пока решил ничего не бросать, то есть если сама бегает, то бегает. Посмотрю. Потому что может быть вообще без физической нагрузки еще хуже, как бы. У меня вот такое мнение. Понятное дело, что там какие-то тренировки там проводить, этого я не буду делать уже. Как бы, да и возраст, а к чему, ни к чему, короче, это все. А просто какая-нибудь легкая там пробежечка, ну небольшая, пару раз снежок кинуть, я думаю, нормально.
Так что вообще не сразу я понял, что я вначале и на холод думал, потом, когда увидел хромоту, ну, думал, лапа отмерзла. Потом же, когда дома в тепле увидел хромоту, думал, ЖКТ, когда у нее были проблемы с ЖКТ, у нее же периодически были. И я подумал, что это что-то уже все там глобальное такое началось, непоправимое, что, а вот оказалась лапа. То есть как бы тоже нехорошо, но если сравнивать с ЖКТ, от чего вообще зависит все. Поэтому лапу-то еще можно как-то реабилитировать. Я думаю, там с помощью корма и адекватных нагрузок. Так, ну и что сейчас тут у нас предстоит? Проход. Нет, туда мы, наверное, не пойдем. Или, ну... Нет, Тресси, тут я не пройду. Тут. Тресси, пойдем. По-другому. И то, если там есть тропинка. Хочу ее выгулить сегодня. Ну и себя. И себя хочу выгулить. То есть, вот, кстати, кто собаку хочет, там вот смотрит видео. Я гуляю не в напряг. Стой, Тресь. Я гуляю в удовольствие. То есть, если нет удовольствия, то я стараюсь не гулять. Раньше я так делал, потом понял, что только хуже. Стой. Стой, Тресь. Только хуже это и мне, и собаке. Лучше в хорошем настроении выйти прогуляться. Попозже. Ну и заодно покажу вам маршрут наш. Ну идти можно, не глубоко. Тропиночка кое-какая есть. Ну, я люблю выходить попозднее, либо пораньше. Но сейчас пораньше не получается выйти. Позднее получается. Но еще самые такие места, где мы раньше с ней гуляли, тут уже стройки идут, их там повырубали, полей больше нету, то есть таких мест тихих, их тут уже все нету. А там гулять с собакой, где куча народу ходит, я так не могу. То есть, ну, в смысле, не то, что не могу, я могу так. В принципе, тут ничего такого нет, просто, ну, не прикольно. Стой. Все, иди. То есть, мне прикольно как-то гулять, когда куча народу.
Ну и такая вот тут аллейка из сосен. А начал там говорить, вот те, кто хочет собаку, то есть гуляю, ну, типа я гуляю в кайф. Собака это кайф, но если надо куда-то уехать, то вы не уедете просто так. И кто-то, ну, можно сказать, что, ну, кто-то может сказать оставить, ну, во-первых, это не какая-то маленькая зверюшка оставить, а если взять такой момент, что это какой-нибудь питбуль или стаффорд, и еще это какая-нибудь, допустим, сурового нрава собака, может, которая подраться, то ее оставлять проблематично. Так что вот это тоже надо иметь в виду, что, короче, собака привязывает к дому. Я еще хотел отключить этот автофокус на телефоне, но нету такой функции здесь. Что-то он какой-то автофокус странный, то слишком часто он все там фокусирует, что лучше бы он не фокусировал. То есть вначале я хотел, чтобы камера снимала с автофокусом обязательно. Но сейчас я что-то уже так прикинул, что этот автофокус, он нужен только в редких моментах. Там по типу, ну, знаете, клеща какого-нибудь снять, если. Вот там он нужен. А вот так на улице нафиг не нужен. И сейчас хочу сделать круг. То есть тут лес немножко застать. Ну и там вдоль. Стой, треска. Так, пойдем, где мы тут? Тут-то мы, наверное, не пройдем. Слушай, ладно, наверное, пойдем назад. Надо, здесь есть проход. Так, ладно, включусь попозже. Сейчас мы тут. А, вот она, тропинка. Просто тут какие-то люки были. Тут идти, но вроде тропинка есть. В общем, идем назад. Изначально я думал пройтись вон туда, но дорога здесь вообще никакая сейчас. И идти далеко, я что-то думаю, она замерзнет. И еще дорога такая, я ее здесь отпустить не могу. Здесь ее не отпускаю.
потому что дорога очень близко, а это тут еще расстояние, там она еще ближе будет, то есть дальше мы там будем идти сюда. Мы тут рейс не пройдем. И там дорога будет вон. Пошли. То есть вот, тут видите, как дорога близко. Поэтому я не отпускаю. Хотя она, ну, не побежит на дорогу, но мало ли что. Зашли с ней обратно в лес и сразу стало покомфортнее. Там ветер, дороги нет, здесь хоть какая-то тропинка такая более-менее нормальная. Ну и вот где мы сейчас идем, вот прям здесь деревья были, вот их вырубили, здесь их уже нет. То есть просто будут что-то строить. Ты куда намылилась, Тресь? Куда это ты? Не-не-не, иди, что-то тут. Какие-то ямы непонятные. А, ну и вот еще был лес. Вот эта пустота, здесь были деревья. Теперь их нету. Остановилась погрызть. Кто там? Но мне не нравится гулять на самом деле по городу. Прикольно пройтись иногда и то, когда поздно. Никого нету по улицам, изредка, нормально. А вот так гулять на постоянку в этом, на асфальте, я вообще не приветствую. И ощущения вообще не те от прогулки с собакой. Как будто ты вообще не на своем месте находишься. То есть как бы собака не в тему, вот. Мы решили, короче, с ней побежать. Давай, Треська. Давай, отпущу, стой. Стой, стой. Стой, стой. Так. Куда спустись? Сейчас втопим. Вон. До конца, погнали. Давай, вперед. Вперед. О! Бежать с ней перед сном. Вот она уж кашлять начала. Может, веточка попала. Тут, может, камера не передает, здесь метет. Тут прям, ну, задувает.
Так вот, на перчатках даже снег. Все, можешь идти. К батарее не пошла. Видать, после бега ей тепло. В общем, такая вот прогулка. Всем пока. Нет. В общем, пошел я сейчас руки мыть. И она вон села к батарее. Вот тут батарея. За шторой. И она вот так греется.